Здравствуйте, уважаемые любители повязать и им сочувствующие. С вами снова Яна, и я вас сегодня хочу пригласить на вторую серию красильного проекта. Мы сейчас будем делать секционное окрашение пряжи. Я взяла свой противень, старый-старый, уже видавший виды противень, которому уже миллиард лет, застелила его бумагой, обычным пергаментом, намочила мое полотно, которое я вязала, в воде с уксусом. Уксуса добавила так щедро от души, ливанула. И хорошо отжала, то есть оно такое, ну вот отжала на руках, вот как я могла хорошо отжать руками. И сейчас мы с вами начнем красить. Я беру красочку, это та же самая красочка, если вы видели, которым я красила основное полотно. Это пищевая краска, которая используется для кулинарии, в основном она используется для тортиков, для имитации шоколада. И капаю эту краску. Там, где у меня складки, я стараюсь немножечко поперек. У меня тут задачи нет, равномерности никакой соблюдать абсолютно. Ну вот, у меня осталась еще одна бутылочка, но я даже уже как бы и не уверена, что это надо. Ну дайте я посмотрю, где там. Ну вот, наше с вами творчество закончилось, то есть теперь я немножечко ее еще побрызгаю водичкой. Сильно много воды туда наливать не надо, потому что иначе, я боюсь, расползется краска в одно целое, и будет оно не пятнами, а однотонное. Это вода, в которой я замачивала ее. Я просто брызгаю, потому что в духовке она может подсохнуть. Ну вот и все, водичкой побрызгано. Так что теперь я все это дело закрываю алюминиевой фольгой и ставлю в духовку на 80-90 градусов. Ну вот она, наша с вами покраска. Как вот она вытащена из духовки, она еще горячая. Она простояла где-то полтора часа приблизительно в духовке. Я ее в процессе один раз доставала, на всякий случай долила водички, чтобы быть уверенным, что это все дело не высохнет. И на дно духовки я положила тоже сковородку, наполненную водичкой, чтобы там был все-таки пар. То есть она у меня простояла в это время. Теперь пускай она у меня остынет, я ее прополощу просто под краном и засуну в стиральную машину на самую зловредную программу, пускай стирается, и покажу вам результат. Ну вот, я вытащила то, что было покрашено из стиральной машины, оно постиралось и высохло. Ну вот, посмотрите, что получилось. То есть вот получилась вот такая вот штука. То есть покрашена она частично, частично остался оранжевый цвет, и частично она прокрасилась. То есть теперь я ее распущу, и можно ее будет использовать как пряжу секционного крашения. Ну вот я смотала нашу с вами пряжу, ну вот смотрите, что у нас с вами получилось. Получилась такая, в общем, вполне себе пряжа секционного крашения. То есть этим способом можно пользоваться, особенно если, например, вы вяжете какое-то изделие, и вам немножко надо сделать контрастную полоску или отделку воротника или что-нибудь, а искать другой пряжи вы не хотите, да и трудно подобрать такое качество. Поэтому можно отмотать немножечко пряжи, его покрасить секционно или не секционно. Конечно же, если вы хотите сделать все изделие секционной прокраской, то лучше красить не так, как я красила на вязаном полотне, а лучше красить в пасмы, так как у вас получится тогда более равномерное распределение краски. Это все, что я вам хотела показать. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если оно вам понравилось, не забывайте ставить лайки и возвращаться на мой канал. С вами была Яна, и большое вам спасибо за внимание.